Резкие черно-белые контрасты, вибрация дополнительных ярких цветов, мерцание ритмических сеток и меняющихся структур. Именно так описывал свое творчество Виктор Вазарелли. С помощью своих шедевров венгерский художник пытался пробудить в зрителе способность к визуальному восприятию окружающего мира. В своих картинах основатель нового жанра оп-арт тем самым подчеркивал, что изображение способно существовать не только на холсте, но и в действительности, и прежде всего в глазах зрителя. Он основоположник нового жанра современного искусства, оптического арта. И его картины как раз отражают именно это стремление. Как можно превратить геометрические формы в искусство, или даже как можно превратить геометрические формы в движение. Экспозиция выставки «Творческое наследие и миф» Виктора Вазарелли включает в себя 80 картин, сериграфии, подписанные самим мэтром оп-арта, автопортреты художника, документальный фильм о его художественной деятельности, а также 6 планшетов, которые отображают этапы и суть его творчества. Если посмотреть, допустим, на его картины «Зебра», вот проходишь мимо этих картин, зебра двигается параллельно с тобой. Если посмотреть на геометрические формы, тоже практически чувствует тот же самый динамизм. Организаторами выставки выступили венгерские коллекционеры, а также представители посольства Венгрии в Украине. Искусство является очень эффективным средством для того, чтобы не только представить одного или другого художника, но и представить страну, мою родину Венгрию. И я думаю, что нам это через эту выставку удастся. Выставка картин Виктора Вазарелли продлится в Одессе до конца декабря, а в следующем году представители посольства Венгрии в Украине планируют презентовать произведения венгерского художника в Симферополе, Донецке, Луганске, Львове и Ужгороде.